вставляем теплицу со съемной крышей. Так, спускается она вниз. И поднимается. Одна сторона. И крыша также полностью вниз опускается. Там открыто сверху. И также ее обратно можно. Такая красота. Здесь у нас показано, как открыта полностью верхняя часть крыши. Смотрите. Также ее можно будет закрыть. Вот она закрытая полностью. И открывается сбоку. Верхняя часть закрыта. Вот она открыта. И полностью ее можно закрыть. Сверху, сбоку.